Всем привет! И как я обещал в прошлом видео в игре Bad Piggies, сегодня мы будем строить самолет с очень-очень мощным двигателем. Я тут кое-какие наработки уже сделал, провел испытания, немного посмеялся и хочу вам кое-что показать. Значит, суть такая. Собрал я конструкцию, где по возможности запихнул сюда больше всего вот этих двигателей, их просто у меня сейчас уже нету, они кончились. Поставил по максимуму вентиляторов или пропеллеров и, ну, вот так вот просто вначале полетал, смотри, это я просто покажу сейчас, вот, летает она. Ух ты, давай, да, действительно быстро, вот, то есть машина получилась то, что надо. Еще можно, оп, это что такое? Слушай, что я сделал только что? Какой-то баг случился? Я не пойму ничего. Так, ничего не работает. Все исчезает, все исчезает, все исчезло, ребята. Что произошло только что? Наша игра багнулась. Такого быть не может. Ну-ка. Это что такое? Куда все пропало? Слушай, это настолько мощная штука, что даже игра не выдерживает. То есть, она говорит, нет, я не могу, и она взрывается. Тут ни одной взрывчатки нету. Бум! Ты видишь? Причем 40 из 40 звезд автоматически собрались. Что это было? Это какой-то великий баг. Давай еще раз попробуем, не может такого быть. Бум! Что это? Вот эту конструкцию я собрал, ну-ка. Не может быть такого. Бум, да как так? Я просто собрал непонятную штуку, которая взрывается махом. Давай, ну-ка, свина уберем отсюда. Я ж тебе не говорил взрываться, ну-ка. Сюда посадим свинью. Бум! Да я не пойму, сейчас же все нормально работало. Каким образом вся конструкция моя взорвалась? Убираем двигателя. Давай, давай, давай. Сейчас мы... Чтоб взрываться было нечему. Но такого быть не может. Вот, все. Бум! Это что такое? Подожди. Ну-ка, ребят, давайте я выйду с этого режима. Я даже не успел полетать, как все. И все ящики собраны. Ну-ка. Бум! Это уникальная конструкция. Слушай, теперь вы будете знать, смотри, что собирать. Какую конструкцию, чтобы все это дело взорвалось. Бум! Это смешно. Ну-ка. Свинья. Все, свинья нормально работает. Отлично. Фух, я уже напугался, думаю, что такое? Вот давай еще раз ее соберем. Как-то вот так вот она выглядела. Как-то так. Сейчас. Поставим сюда наши пропельчики, пропеллеры. Так, вот так вот. Поставим винты дополнительные. Обязательно. Потом вентиляторы, которые будут обеспечивать нам заднюю тягу. Далее поставим такие вот штуки скрепляющие, также вентилятор, пару винтов, свинюшка и бум! Это что такое? Вот это да! Вот это да! Да как же так? Что происходит? Бум! И все пройдено. Эта глава просто закрыта. 40 из 40, смотри. Ёлки-палки, смотри, она автоматом взорвалась. Интересно, в другой также можно это сделать? Ну, к примеру. Ну-ка, подожди, подожди. Это смешно. Так. Что происходит? О, боже мой. Что происходит? Ребята, я багнул игру. Она просто зависла. Не может такого быть. Не может.
Она просто зависла. Это будет у нас уникальнейшая конструкция. Смотри. Так, подожди. Надо сделать так, чтобы игра отвисла, и нашу свинью просто... Ну, я не могу понять. Что это? Что происходит? Ох ты, ёшкин кот. Вот мы тебе и собрали, да, как говорится. Ничего не работает. Давай, наверное, ее перезапустим. Так, подожди. Подожди. Я специально не буду останавливать запись для того, чтобы посмотреть. Ну как же так? Быть такого не может, чтобы мы так просто багнули нашу игру. Вообще сохранилось достижение? Сохранилось, смотри. 40. Ну-ка. И так, тут все отлично, все нормально. Так, ну-ка, свинью поставим. Все работает. А, конструкция была довольно простая, не знаю, нам хватит здесь вот таких ящичков, не знаю, чтобы произвести то же самое. Вертолет только один, двигатели только два, винтов тоже. Ну, наверное, не получится, да, что-то такое собрать. Наверное, не получится, да? А так, конечно, было бы круто. Бум, крек и все. Хорошо. Что же делать-то с этим самолетом, который мы собирали-то, а? Я игру перезапустил, между прочим. Между прочим. Так, проверяем. Ох ты, смотри, все нормально работает. Все отлично. Ставим сюда свои двигателя. Наши мощные. На которых все это дело полетит. И пробуем. И еще раз протестировать. Ну что же, полетели. Оп. Так, у нас произошел баг, когда мы вот этими штуками играли. Оу, вот как-то вот так вот. За что-то мы там в воздухе зацепились. Непонятно за что. Бау. И все у нас взорвалось. Оу. Ну ладно, суть не в этом. Если сейчас все уже нормально, все уже работает, то сделаем небольшую вот такую вот пристройку. Поставим сюда свина нашего. Так, это вот так вот зацепим. Ну что ж, мастер свин. Бом, ты готов к полету? Полетели. Мастер свин летит за нами. Сейчас мы раскрутимся, и мы его метнули. Бум. Так, где наша свинья? Свинья наша, вот она здесь осталась. Она пока еще работает. Никуда не упала и крутится. Так. Что это? Ее закрутило, и сейчас что-то произойдет. Так, где свинья-то? Ой. Наши конструкции разлетелись по всей карте. Так, цепляем нашего свина. И поехали. В принципе, конструкция относительно мощная. Даже не относительно, а прям мега мощная. То есть ничего не выдерживает. Можно попробовать завести с клеем ее. Тогда, скорее всего, она будет держаться. И нет! Свин! Ты же не отцепишься! Нет! Так, она очень нестабильная, что самое прикольное как раз в этой теме. Давай, свин, поехал! Она очень нестабильная. Так, раскручиваем его. Так. Нет. Вот это да. Но я, конечно, не ожидал, что будет такой именно баг.
Но я очень рад, что вам его показал. И причем он появился именно в тот момент, когда я решил записать видео с самолетом. Ну хорошо, это видео будет о том, как можно все-таки игру эту багнуть. Я так и не понял, надо будет назад пересмотреть, и что же все-таки произошло. Самолет мы тогда соберем в следующем видео. Хорошо, ребят, еще небольшое объявление. Я немножко на канале сделаю разброс по плейлистам, чтобы было отдельно там Angry Birds, отдельно Bad Piggies и остальные игры. На этом пока что все. Всем пока, всем до новых встреч.